Доброе утро. Приехали мы в Оренбургскую область. Населенный пункт Ефимовка. Будем собирать сегодня теплицу Легенда. Терамитлайдер 4х8. На металлическом основании. Пока приехали, разложились. У нас темно. Начинаем собирать каркас. Как рассветет, будем делать более точную работу. Вот там у нас машина торчит. Оттуда носим между домиков. Оп. И собираем. Каркас мы собрали, поставили. Каркас собирается на прогоны с помощью саморезов. Сейчас будем все это дело крепить к основанию. Крепим с помощью сварки. Торец, дверь двухстворчатая. Обшит поликарбонатом на земле, затем прикручен к каркасу. Арки между собой болтовое соединение. Пока что все выглядит вот так. Смотрите, каркас мы поставили. Главное всегда выставить каркас по уровню, по диагонали. И только уже потом крепить. Здесь основание было у нас идеально подготовлено. Все перепроверили и закрепили. Крепили к уголку с помощью сварки. Все это дело подкрасили, зачистили, чтобы все было красиво и не ржавело. Одну стену, вот как вы видите, уже нанизали. Пока что идет такая видимая работа. То есть, о, каркас поставили, все, теплица уже видно, очертания, класс. Поликарбонат начали крыть, видно, да. Замочек врезали, нифига не видно. Термопривод установили, тоже не видно. Шайбу накрутили, не видно, профиль не видно. То есть пока что идет такая работа, видимо. Что я вроде сделал чуть-чуть, а визуально как будто много. Далее у нас вот форточки, уже рамки тут подготовлены под форточки. 6 форточек в ряд. Сейчас будем крыть вторую стену, нанизывать тоже. То есть смысл в чем? Нанизываем. Клеим профиль, подрезаем, везде все выравниваем и только после этого уже прокручиваем. Все, едем дальше. Продолжаем крыть теплицу поликом. Отсюда вот плохо видно, конечно. Нанизали одну половинку крыши. Сейчас идет монтаж рамок. Рамки под верхние форточки. Параллельно делаются снизу нижние форточки, подготовка к покрытию. Тут внутри поликарбонат ложится на такой отлив, фиксируется и далее прижимается рамкой. И притягивается. Сейчас идем, прокручиваем крышу поликарбоната, основательно прикручиваем к теплице. Крышные листы. Останется поставить облицовку. Скоро у нас уже сумерки начнутся. Буквально час времени остался. Параллельно, что у нас делается? Параллельно устанавливается термоприводы на верхние форточки. То есть идет подготовка основательно, и потом демонтируем привод, потому что скоро зима. То есть выглядит это будет вот так: пружины, ушки, шарики. И сейчас также будем устанавливать термоприводы на стеновые форточки. 6 форточек, 6 приводов, 12 пружин. Все, вот такая теплица у нас получилась. Сейчас краткий обзор.
Основание из трубы 40 на 60, это стойки. Также используется труба 40 на 20, 20 на 20, прогоны. Покрашено с полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. По низу у нас прикручен отлив, уголок 50 на 50. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Также будет установлена вот здесь облицовка, как на легендах, обязательно. Все прокрутим, все листы. Потом уже по темноте быстренько посмотрим финал, что получится. Ну, а пока вот так стоит все на основании из уголка 70 на 70. Он, в свою очередь, закреплен на столбиках, которые забетонированы в землю. Все мы приварили, подкрасили, заглушки поставили. Все отлично, красиво получается. Закончили мы теплицу, закончили уже. Темно у нас наступило. Вот так вот это все выглядит при свете фонарей, прожекторов. Все красиво, аккуратно. Красиво отсвечивает. В принципе, уже все сказал, что можно про эту теплицу. Супер. Супер-пупер легенда Митлайдер 4 на 8. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх. Задавайте вопросы. Всем пока. Так, покрасивее. О.